Привет-привет всем моим дорогим подписчикам и зрителям, которые смотрят меня и, возможно, которые просто случайно зашли на мой канал. Сегодня будет обзор по 11-му каталогу. Сейчас я вам его покажу. Вот такой этот каталожик 11-й был. Так, значит, ну здесь у меня новинки будут 11-го каталога. Некоторые, вот скрабик, водичка новая, так что еще, ну не буду больше говорить, боюсь ошибиться, и новиночки 12-го, это маркеры офигенные, тоже о них попозже, из планеты Спа, ну в общем, наверное, все. Итак, давайте я вам покажу сначала, девочки, новинки 11-го каталога. Так, начнем давайте с вот такой замечательной водички. Боюсь неправильно прочитать, но тем не менее, давайте я вам буду просто по-русски говорить. Вот это вот такой розовый флакончик. Еще хочется настроить. Надо камеру, конечно, новую покупать, да? Так, Blushing Raspberry. Ну, возможно, конечно, неправильно я произношу, не знаю. Это в переводе сочная малина, по-моему, да. Сейчас гляну. Да, девочки, сочная малина. И аромат действительно такой прям малинкой-малинкой пахнет. Это у меня заказики. Заказала моя хорошая знакомая. И второй тоже ароматик, также она заказала. Это с лотосом что-то. Он такой, здесь он кажется, мне кажется, на камере как прозрачный, но он на самом деле немножко слегка-слегка такой какой-то зеленоватенький. Цветущий лотос. Blooming Lotus, цветущий лотос. Если берешь два аромата в 11-м каталоге, такая акция была, то они тебе выходят всего, по-моему, сколько? Не ошибиться бы, 459 рублей. Ну и причем это без скидки, да, представителя. За 459 рублей мы можем приобрести два таких аромата. По 30 миллилитров они, вроде бы по 30. Да, оба по 30 миллилитров. И что самое интересное, почему она взяла именно два? Однозначно, конечно, можно, да, душиться и... Можно этим, можно этим, но можно сразу двумя. У нас в каталоге там даже, знаете, прям написано, какой с каким ароматом можно сочетать и получать при этом еще третий аромат. И как раз вот этот вот, это будет, ну как, сочетание номер 6 в каталоге, это так у нас прям пишутся. И называется сочетание этих ароматов «Чарующий». Чистая, простая элегантность и естественная красота сливаются воедино, создавая мелодию из нот сочных фруктов и нежных цветов. Ну, в общем, как-то так. Конечно, сама я еще не пробовала, ничего не могу сказать по сочетанию этих двух ароматов. Ну, попользуется она, конечно, скажет мне свое мнение, а я уже тогда как бы буду иметь в виду, и если возникнут какие-то вопросы от вас, я уже буду знать, что вам отвечать. Кто не знает, вот эта штучка, эта водичка, вот так вот она открывается, она без колпачка идет, и потом просто вот так вот уже пшикается. Вот такие замечательные новинки этого каталога. Вода, конечно, недорогая, конечно же, она не супер стойкая, но я вам хочу сказать, она не то, что там побрызгался и через полчаса уже ничего нету. Нет, нормальная водичка, конечно, в течение дня, возможно, ею и нужно будет подбрызнуться, но за такие деньги очень хорошие ароматы, я вам скажу. Так, дальше. Дальше новиночка также 11-го каталога. Это спелая клубника, скраб для тела. Да, спелая, увлажняющий. Именно про него сказать ничего не могу, потому что это тоже у меня заказ. Содержит масло ши, молочные протеины, витамин Е. Увлажняет кожу, делает ее более гладкой и шелковистой. Ну, в общем,
Я думаю, что это тоже должен быть хороший скраб, потому что это из той же серии. Вот, ну, недавно была новинка у нас «Шоколадное удовольствие». Точно такой же скраб я брала себе, только «Шоколадное удовольствие». А это вот следующая за ним уже новиночка «Клубника». Я думаю, что она будет тоже хорошая. Аромат, ну, конечно, аромат очень шикарный, как, знаете, клубника со сливками. Я бы написала «Клубника со сливками». Такие конфетки есть, вкуснятинки. Ну, в общем, я думаю, что это хороший скрабик. Так, из новинок 11-го еще вот такая вот пилка. Это я взяла ее себе уже. Заказ получила я вчера. А вчера не делала обзор, чтобы хотя бы что-то, ну, попользовать и хотя бы какое-то иметь представление и вам что-то говорить. Попользовала я вот эту пилку и вот эти вот маркеры. Вот. Пилка хорошая. Замечательная пилка. Мне нравится. С одной стороны она погрубее, с другой для шлифовки. Но тоже так не сказать, что совсем слабенько. Нормальная пилка. Очень удобная. Давно хотела, чтобы у нас в Эвоне появились вот такие пилочки, длинные, удобные. Очень нравятся мне в Эвоне пилки, знаете, такие коротенькие, синие-то, с железными такими насадками. Не очень тоже классно шлифуют ножки, но неудобные они. И выскакивают, и разваливаются. А вот это, ну, единственное, конечно, со временем она покажет, насколько ее хватит. Ну, возможно, я покажу потом ее в пустышках или где-нибудь там. Расскажу о ней более подробно. Так, пилка. Так, из новинок 11-го все, да. Дальше просто покажу заказ. Экзотика Бали, тоже скраб для тела. С экстрактором плюмерии и лемонграсса. Девчонки, ну такой средний скрабик. Вот эти мне нравятся больше. Хотя Планету Спа я саму по себе больше уважаю, чем Naturals. Ну, как говорится, в каждой серии есть что-то очень хорошее, что-то среднее, что-то так себе, а что-то совсем г-какашка, да? Ну, это из такой серии более-менее. Не знаю. Ну, девчонки у меня берут, знакомые, очень нравится аромат. Она тащится от этого аромата. Ну, аромат такой экзотический, немножко такой, знаете, с горчинкой с какой-то. Поэтому, конечно, кому нравится. Но, в принципе, скрабирующие частички там более-менее такие нормальные. Но не для меня. Я люблю побольше, посильнее. Вот. Далее, девочки, также Планета Спа идет, аромат наслаждения, это наборчик, вот это вот пена-эликсир для ванны с эфирным маслом жасмина, а вот это парфюмерный лосьон-спрей, тоже с эфирным маслом жасмина. Ну, что хочу сказать, это у меня заказ, но такой наборчик я брала как-то и себе, или он мне приходил бесплатно, в общем, не помню, врать не буду. Пена эликсир мне очень она понравилась. Она такая, знаете, более нежная, приятная. Запах жасмина люблю, но чтобы он был как-то не химозный. И тут он нежненький. А вот в лосьоне спрее он такой более крепкий, такой какой-то, не очень нравится. Но опять же, это мое мнение, каждому свое. Поэтому вот так. Дальше вот такая вот смывалочка. Это средство для снятия макияжа с глаз. Я ее не люблю, но так ее любят у меня клиенты, что это просто, я иногда даже думаю, еще раз взять, что ли, себе попробовать. Может, я что-то не так не понимаю. Смывает она хорошо, но не люблю ее за счет того, что, ну, смоешь, как бы, да, личико, макияж с глаз. Ну, не могу мне после нее, надо обязательно умываться, и потом еще чего-то. Ну, вот какая-то жирность придает она, не могу. Средство не мое, но опять же повторюсь, клиенты ее просто обожают. У меня есть знакомая девочка на работе, когда скидка вот на это средство, оно бывает, знаете, по 99, ну сейчас может уже нет, сейчас может по 119, по 129, так она сразу штук 5 у меня их закажет, потому что, говорит, а потом дорого, а уходит оно, ну, такое оно достаточно густое средство. Ну как, знаете, как 15% сметана, вот грубо говоря так. Так, дальше, девочки, по парфюмерии. Рыжики, Summer White. И сейчас, интересно, дезодорантики такие же пошли. Вот у меня заказали из этой серии. Ну, по поводу
использования, стойкости ничего не скажу, потому что не пробовала сама. Но есть. Дальше, вот это подарочек, водичка Фэм. Вернее, как подарочек, это я заказала по Avon Club. Все уже, наверное, знают водичку эту Фэм. Пользуется бешеной она популярностью. Свеженько, сладенько какая-то такая. Дезодорирующий спрей для тела. Соврала, не парфюмерная вода, а дезодорирующий спрей для тела. 75 мл. Очень, девчонки, выгодно брать, ну, за рубль. Вообще супер, согласитесь. Взяла себе так на работу ходить. Так, попрыскиваться иногда. Классная штука. Аромат такой же, как... сама вода парфюмерная. И тут много, много, 75 мл, здорово. Хотя, знаете, у меня здесь аромат уже другой парфюмерии стоит. Я ее пробую перед началом. Я брызнула сюда на ручку, но попозже о ней. Это интрига. Так, про Фэм рассказала. Дальше, Премьер Люкс. Ну, это люксовая парфюмерия у нас. Тоже у меня есть одна клиентка, которая постоянно у меня ее заказывает. Так, будь неотразима, с роскошным ароматом, включающим в себя ноты соблазнительной черной смородины и благородное созвучание чувственных цветочных аккордов сандала. Пробовала она у меня новинку заказать, Премьер Люкс Голд. Не понравилась она ей, сказала, она слишком как-то, не знаю... слишком как-то слаще, вот так вот, что ли. Это такая более горьковатая, что ли. А та, ну, опять же, у каждого, знаете, кому-то сладкое, кому-то горькое. Я уже представителем являюсь очень давно, и сложно. Каждому свое, у каждого свои какие-то чувственные рецепторы, у каждого там свои ресницы, поэтому что-то советовать, особенно если человека не знаешь, очень сложно. Так, это тоже подарок за 10 рублей, правда, Элли Джентльмен, зеленая, кстати, могу открыть, потому что заказала это я своим мальчишкам. Не знаю еще, кому понравится, но у них уже все там заканчивается, они меня уже терроризируют. Давай, давай нам, давай чего-нибудь заказывай. Вот. В общем, кому понравится, тому он и достанется, этот аромат. Мне нравится, что обычный серенький или джентльмен, что вот этот вот, вот зеленый. Он зеленый, знаете, такой цитруса свежий, хотя тот аромат в серой коробочке, он тоже такой как бы цитрусовый. Ну, этот просто немножко посвежее, что ли, как-то так. Так, что у нас тут пишут? Тайский базилик, прохладный кипарис и яркие ноты кашемировой древесины. Так выглядит флакончик. Отличная водичка. А за 10 рублей, я вам хочу сказать, вообще приятно. Ну, кто представитель, знает, у нас в 10-м каталоге было «Закажи там тыры-тыры», то-то, то-то, на такую-то сумму, плюс сколько-то гелей, и заказывай, да, себе еще подарки уже в 11-м каталоге. У меня там еще много подарков, надо мне... Ну, у меня собирается второй заказ по 11-му каталогу, буду вот отправлять на днях, и там я закажу еще водичка «Кристалл». Нет, не кристалл, как же она называется-то? Забыла. В общем, там целые наборы. Так, мужская. Так что, представители, не забудьте заказать. В 12-м уже не будет такой возможности, если вы упустите. В 11-м и забудете заказать себе подарки. Все. Такая отличная вода. Дальше, девочки. Intensens Outspoken. Это от Ферджи. Ферджи рекламирует. Открывать не буду. Заказ. Далее, наборчик Incandescence, он шел сейчас с хорошей скидкой, заказали у меня их целых 3, но, я говорю, вчера уже получила, и особо нетерпеливые прям прибежали домой, не терпится им заказать, получить, вернее, свой заказ, поэтому, конечно же, я уже более ползаказа раздала своего, а сегодня, кто пришел ко мне, а сегодня уже буду развозить остатки. Так, дальше здесь две тушки Color Trend объем. Очень пользуются тоже спросом, хорошо берут.
Единственное, что там не силиконовая кисточка, обычная пластмассовая. Ну, блин, многим нравится и говорят, что она как бы дешевая, ту, что 119-129 рублей, вот так вот. Некоторые попользуются силиконовыми, говорят, нафиг надо, если здесь как бы за меньшие деньги хорошая тушь. Дальше, девочки, Today парфюмерные спрейчики. Целых 3 штучки у меня их. Ну, я вам просто открыла показать. Один мама у меня вот этот вот заказала себе, а 2 другие ее подружки. Любят у нас женщины Today. Так, ну вот такой вот он. Это не брызганный. Вот так вот. Хотя интересно, если другой открыть, так же будет. Давайте посмотрим-ка. Как-то как будто не целый прям кажется. Угу. Ну нет, и второй также. Вот видите, одинаково. Ну, видимо, сколько тут? Наверное, по 7... 10 миллилитров. Больше не нальют, короче говоря, так. Так. Дальше. Наконец-то, девочки, пришел мне карандаш для стоп от натертышей. Или от натоптышей. Заказала его, вы знаете, в начале лета, наверное, когда они еще были новиночками. Все лето оно мне шло под пятеркой, под пятеркой. И вот сегодня 11 или 12. 11 сегодня августа он пришел. Я даже не знаю, буду я им пользоваться, не буду. Потому что уже, ну, не знаю, срок годности, наверное, 3 года оставлю, наверное, на следующее лето. Потому что сейчас, конечно, я уже не вижу смысла в этом карандашке. Это когда после зимы, да, ножки там от обуви к обуви, вернее, не привыкли на каблуках, там более тесный, чем зимний. Вот я хотела, конечно, но, увы и ах. Как получилось, так получилось. Так, девочки, дальше. Заказала себе вот такие тени. Теньки очень хорошие, мне понравились. Накладывала я их на основу под тени, на нашу. Вот эти тени хорошие. В прошлом обзоре я показывала тени с блестками. Они вроде бы красивые, но, не знаю, по лицу они очень некрасиво потом осыпаются. А вот эти класснючие не осыпаются ничего. Смотрите. У них шиммер есть такой, ну, совсем чуть-чуть. Немножко. Переносятся они тоже отлично. Вот так вот. Вот. В общем, мне эти тени понравились. У них маленький-маленький, не знаю, видно вам, не видно. Поблескивания такие есть. В общем, хорошие тени. Кому надо, можете заказывать смело. Так, дальше. Дальше маслица. Девчонки, самая классная маслица. Опять же, я его заказала себе, она у меня уже кончилась. Это от Advanced Technic. Вот именно вот это вот желтое в голубом колпачке. Не знаю, пробовала розовенький, хоть серенький у нас там еще есть. Мне больше всех нравится вот это для кончиков. Ну, я бывает и на как бы маской прям делаю, еще там чего-нибудь добавлю. И прям маской на волосы наношу. Мне очень нравится, как оно действует на мои волосы. Волосы прям такие шелковистые, послушные. Но если не мыть потом, то, конечно, надо буквально капельку нанести, потому что оно очень жирнит волосы. Но то, как оно лечит, воздействует волосы, ну, можно потерпеть и помыть почаще голову, я бы так сказала. Ну, а теперь давайте о новинках 12-го каталога. Девчонки, это просто бомба. Я влюбилась в эту помаду. Это помада «Маркер». Будет она в 12-м каталоге. Представители все уже имели возможность ее заказать в 11-м каталоге. Я просто влюбилась в эту помаду. Вот такая. Жалею, что заказала 2 цвета. Ну, как бы ничего. Закажу еще уже в 12-м. Обязательно закажу еще другие какие-то цвета. Однозначно. Такая. Так. И вот такое. Видно? Видно. Значит, девчонки, на губы наносятся реально просто как маркер. Это так непривычно. Сначала я обвожу,
губы как карандашиком, абсолютно ничего не растекается, даже вот ну ни капельки. И потом уже просто как помадкой крашу губы. Настолько приятно, и знаете, такой какой-то увлажняющий эффект сначала, и оно как бы маленько впитывается, губы как будто вот мажешь ты водой, вот такое, например, чувство у меня. Потом впитывается, если вы хотите поярче, то нужно еще нанести будет разочек. Я, например, 2 раза нанесла. Проходит где-то минут 10-15, девчонки, они сейчас вот у меня на губах, эта помада, вот это я накрасила, да, я ее совершенно не чувствую. Вообще просто, как будто губы у меня, ну, не накрашены. Для меня это просто суперенские помады. Я обожаю. Я ненавижу, когда на губах я чувствую помаду. Вот не люблю. Это просто бомба. У кого такие же требования, как у меня, обязательно закажите. Закажите хотя бы 1. Попробуйте. Я думаю, не разочаруетесь. Очень классные помадки. Так, цвета. Сейчас я скажу, как это все называется. Так, ой, а как же я? И не помню, какая. Так, ну ладно, девочки, я посмотрю. Одна из них Фрезия, другая Raspberry. Вот это, наверное, я думаю. На помаде, не знаю, написано где-то, не написано. А что-то я не вижу. На самой помадке не вижу, чтобы было написано, какой цвет. Ну, может быть, где-то и есть, девочки. Давайте не буду отнимать ваше время. Просто суперенная помада. Вот сейчас поцелую свою руку и покажу. Вот такой вот остался всего лишь след. Хотя губы у меня яркие-яркие, красные-красные. То есть вообще классно, реально. И на губах держится. Эван, молодец. Спасибо за такую помаду. Вообще чудо. Буду хвалить в каждом обзоре. Буду хвалить девчонкам, как рекомендовать, и я думаю, что у меня будет много таких помадок, буду девчонки заказывать, потому что реально классные помадки. Так, и дальше в 12-м каталоге еще будет у нас новиночка, серия такая от Планеты Спа, русская баня. Значит, я заказала ухаживающая маска для волос, 200 мл она, большая, с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Обожаю запахи такие вот таежные, сосна, елка, эвкалипты и все такое. Единственное, ну, конечно, я не пробовала, девочки, не могу ничего сказать. У меня must-have, это маска точно такая же для волос с оливковым маслом. Ту маску, я думаю, что я ни на что не променяю. Очень буду надеяться, что эта масочка будет такая же. Давайте мы вам откроем и покажем, что она представляет из себя. Вот так вот это все дело выглядит. О, шикарно. Ой, какой нежный аромат. Совершенно, совершенно ненавязчивый. Ой, очень классный. Нежный-нежный такой, знаете. Классный. В общем, я попробую и потом обязательно уже вам сообщу. В пустышечках, наверное. Как эта маска. Можно ли ее поставить в один ряд вместе с оливковым? С оливковой маской, либо она уступает. Но об этом позже. Так, и еще вот такая же новиночка, тоже русская баня, маска для глубокого очищения кожи и лица. Маски от Планеты Спа я тоже обожаю, практически мне все нравятся, кроме черной икры. Ну, не идет она мне, потому что липковатая, не люблю ее, в общем, остальные все люблю. Так, также с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Так, что она у нас делает? Для глубокого очищения кожи. Традиции русской бани вдохновили на создание этой маски для лица, которая глубоко очищает поры и оживляет кожу. Позвольте себе отдохнуть во время процедуры, вдыхая аромат сибирской сосны и эвкалипта. Способ применения. Так, так, так. Ну, в принципе, там ничего особенного. Аромат. Аромат такой же похож, но мне кажется, немножко посильнее, да. Чуть-чуть посильнее. Но не совсем такой, знаете, не убойный, нормальный аромат. Но, опять же, я еще ее не пользовала, попользую и в пустышечках потом расскажу. Кому не терпится, вы можете, в принципе, я сегодня вечером уже поеду на дачу и все это дело использую. Если кому надо срочно, вы напишите, я вам напишу свой отзыв. Сделаем так. Ну вот и все, вроде как весь обзор.
Единственное, что я вам говорила, у меня сейчас витает новый такой, знаете, аромат. Это Femme Icon. Эта водичка у нас будет представлена в 12-м каталоге. И все, кто оформится, новички, получат ее в Femme Icon. Значит, это у нас цветочно-древесно-мускусный аромат. Что в него входит? Малина, ирис и пачули. Пачули, кто любит пачули, все вперед за ароматом. Так, вот сейчас очень удобно Эван стал делать. За 35 рублей мы приобретаем, представители, заранее каталог. Это такой набор, каталог. Вот такой вот пробничек новинки, да. И еще вот такой вот был тоже пробничек NU. Защита и восстановление Clinical. Крем для лица глубокого действия. Ну, вот по поводу крема, конечно, это мало. Вот такое вот. Тут совсем чуть-чуть, я не знаю, сколько тут грамм, но тут хватит, знаете, два раза, не больше. То есть особо, ну, может быть, конечно, можно понять, подходит он тебе или нет, есть ли аллергия или нет, да. Ну, а, конечно, каких-то результатов, соответственно, по такому пробничку вы не поймете. Но NU классная серия Vaven. Вот, а вот такие вот пробнички, это здорово, но... Обалденный. Однозначно буду заказывать. Представители, все, кто любит пачули, также заказывайте. Классный аромат, здоровский. А новички, кто еще не оформился, обязательно оформляйтесь. Вы получите такую отличную водичку. Плюс 31% скидки. Ну и много-много-много всего предложений, распродаж, которыми мы пользуемся. Так, девочки, вот и все. Да? Закончила свой обзор по 11-му каталогу. Это был мой первый заказ. Буду отправлять на днях уже свой второй заказик. Все, всем всего хорошего. Пока-пока. До встречи, до следующих обзоров. Всех люблю и целую.